Милена, а ты что здесь делаешь-то? Я ужинаю. А ты мне так и не ответил на мой вопрос. Что за Катя? М? Что за дети? Давай сейчас спокойненько выйдем отсюда и тихонько поговорим об этом. Я хотела с тобой поговорить, но ты... Сначала ты мне ответишь на мой вопрос. Мама, дорогая, это блюдо дорогое? Ничего, ваш новый шеф-повар отработает. Я жду ответа. Я только не эти. Их шеф Германии заказал. Коль, ты чё молчишь-то? Ну скажи то, что она хочет. Ну что ты творишь-то? Это конец. Нет, там еще много. Я вот не понял сейчас, это что такое? Семейная сцена. Так, ну-ка вон отсюда, пока все не перебили. Вон, я сказал. Все, пошли. Вот. Извините. Ну зачем ты все это устроил, а? Ты сама мне говорила, что скандал убивает семейную жизнь. А ты уже все убил, поэтому теперь можно. Милена, зачем тогда ты пришла? Ну потому что я хочу разобраться, я хочу понять, ну что произошло, почему ты так поступил со мной? После 20 лет совместной жизни взять, написать записку и уйти. Коль, ну это дичь какая-то. Это что, все из-за этой Кати, да? Из-за детей? Ну, понимаешь, Катя, у Кати отличная семья, в отличие от нашей. А, я поняла. То есть ты хочешь сказать, что это я во всем виновата, да? Стоп. Я хочу сказать только то, что я сказал. И, пожалуйста, не надо меня ловить на эти психологические штучки. Я никого не виню, правда. Ну, давай закончим этот разговор, я очень устал. Коль, ну почему ты мне просто не сказал, что ты испытываешь дискомфорт? А смысл? Смысл, Милен? А? Ты же ничего не слышишь все равно. У тебя же есть только твоя работа, твои пациенты. Все, всего остального для тебя просто не существует. Алло. Да. Да, я вас слушаю. Милена Валентиновна. Только, пожалуйста, не надо мне сейчас по телефону ничего объяснять, хорошо? Приходите ко мне на прием завтра. В 12. Да. Записывайте адрес. Вы извините нас. Но я могу все возместить. И знаете, вы мне не давайте обещанную премию, и все. Коля, просто вечер был такой хороший, настроение замечательное. Тут какая-то нервная женщина врывается на кухню, колотит чужую посуду. Как-то некрасиво. Как ты вообще с ней живешь? Так я уже не живу. Ну, вообще, вы знаете, она... Обычно я уравновешенный, я даже психолог. Жалко. Жалко ее пациентов. Шеф, а хотите, я вам приготовлю блюдо, удаляющее все печали? Да, Коля. На свете есть одна вещь, которая может удалить все мои печали. Не знаю, что делать. Просто с детства так, пока не съем сладко. О, странно. Странно, что ты не у компьютера. Говорят, молодежь не смотрит телевизор. Ой, поговори. Это же мой фильм. Моя сцена только что закончилась. Ну, как жаль, что ты не видела. Я была тогда очень хороша. Три режиссера за меня боролись, но в хорошем смысле. Конечно. Нет, ты посмотри, а? Выбор главной героини, конечно, чудовищный. Но не искренне, но насквозь фальшивая. Мама звонила? Нет. А где она? Ужинает. Завидую. А я сегодня так лоханулась. И я. Может, я его идеализирую? Мужчин нужно идеализировать, иначе их невозможно любить. Обманывать себя. Все-таки я дура. Та же история. Папа где? Знаешь, я думаю, тебе лучше с мамой об этом поговорить. Так о чем с ней разговаривать? Она слышит только себя. Такует, как Тетерев.
Он уже месяц не может имя для черепахи выбрать. Ну почему же? Я просто определиться никак не могу. А так вообще у меня со слухом все в порядке. Я же с пациентами общаюсь каждый день. Слух у тебя избирательный. Да, у меня и должность избирательная. Ты о чем? Твой отец меня переизбрал самостоятельно. Выбрал себе другую. Женщину? Жизнь. Добрый вечер. Я шеф-повар. Время направлю. Ты это где научился так делать? Да вы понимаете... Так долму готовят только у меня на родине. Молодец. Ни турки, ни греки, ни азербайджанцы, ни армяне так не готовят долму. Правильно делаешь, по-татарски. Спасибо тебе, дорогой, порадовал. Спасибо вам большое. Спасибо. Скажи мне... Ты этому, у татарского повара учился, да? Вот тебе. Учился по книжке. По какой книжке? А вас? Кухня народов мира. Ну, как вам лучше? Да, намного. Ну, все, кровь уже не идет. Ладно. Да вы сидите, сидите, не вставайте. Посидите пока. Да куда сидеть-то? У меня заказ в море. Вы мой герой. За меня еще никто никогда не заступался. Вы настоящий. Что такое? Производственный роман? Рита, я тебя предупреждал, ты опять за старое. Я ж тебе говорил, на работе ни-ни. Ты что, опять влюбляться вздумала? Да вы что, Эдуард Львович, да я зарок себе дала, я больше не влюбляюсь. Никогда. У нас тут не бордель, а предприятие общественного питания. Я тебе серьезно говорю, я тебя уволю к чертовой матери. А так вы меня увольняете? Где я виноват? Ну, это я к ней приставал. Так что увольнять меня. А я не могу, Коль. У нас заказ на 100 персон. Так, где мое лекарство? Ну что она? Заперлась у тебя в квартире. Плохо. Главное, непредсказуемо. Нет, ну папа, конечно, вообще. Без всякого объявления войны. Ну, не о чем жалеть. Если ты не нужна мужчине, нечего тратить на него время. Значит, это, скорее всего, не твой мужчина. Ты думаешь? Я в этом уверена. Так. Где у вас запасные ключи от моей квартиры? Итак, что у вас случилось? Все, а поконкретнее? Ушел муж. Уволили из консультации. Успокойтесь. Давайте чуть поподробнее. Почему вас уволили? Я не прошла аттестацию. Представляете? Я кандидат наук. У меня масса клиентов. Я вообще всегда котировалась как прекрасный специалист. Я вообще ничего не понимаю. А почему же вы не задали вопрос руководству? Это унизительно. Хорошо. А... Что с мужем?
Та же история. Без объяснения причин. Вы хороший специалист. У вас статьи. Не надо иронизировать. Я считала нашу семью чуть ли не идеальной. Видимо, в этом вопросе ваши взгляды с мужем не совпадали. И что мне делать? Примерить его. Я серьезно. Просто чтобы стать другим человеком и посмотреть на проблему со стороны. Думаешь? Проверено. Какая ты тут? Какая? Взрослая. Знаешь, я еще не решила, что я буду делать с этими фотографиями. В смысле? В смысле, мне нужно подумать. Нет, я не могу их использовать. Это грязно и противно. Фу. Тогда зачем я все это делала? Зачетка рисковала. Ты вообще как, в уме? Знаешь, а это была твоя идея. Дурацкая. Почему дурацкая? Я в кино такое видела. Наше? В американском. Ну вот. Может быть... попробовать длительную осаду. Ну что, Эдуард Иванович, что? Что? Я по поводу вчерашнего. Я понял уже. А если хочешь у меня работать, знаешь что, давай никаких романов на работе. А то, понимаешь, мне сколько развелся, уже все, другую нашел. Так не было же ничего. Ты ж не приставал, так? Не удержался, каюсь. Я как мужчина тебя понимаю. Но как владелец заведения, извини. У нас серьезное предприятие, высокая планка. Осознаешь? Конечно. Ну, вот что, зачем? Галочки, официантки, именины. Ну, для здоровья-то. Ну, если за здоровье персонала, конечно, другое дело. Конечно. За галочку. Ты понимаешь, Коль, роман на работе – это как совмещенный санузел. Нелегально. Это удобно. Так что ты, если что, так, чтобы шеф, то есть я, ничего бы не узнал. Аккуратненько. Само собой. Ладно, работаем. Работаем. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. А еще никого нет? Да. Присаживайтесь, Элеонора Павловна. В ногах, правда, нет. Нора Павловна? Здравствуйте. Чудесно выглядите сегодня. Ага, для своих 120. Ну, бросьте, ну, перестаньте аж обижаться. Я просто очень скверно выражаю собственные мысли. Ну, не обижайтесь, честное слово. Мир. Вы готовы к репетиции? Ну, по крайней мере, текст я знаю на зубок. О, это уже немало. Да, ну, очень волнуюсь. Играть с такой... восхитительная актриса, это так волнительно. Голубчик, это тавтология. Просить что? Нет, ничего. Давайте побросаем текст. Давайте, я уже. Вовремя. У меня же расписание.
Заходите. Извините. Так, ну, давайте. Рассказывайте, какие у вас проблемы. Так сразу, да? Угу. Хорошо. Видите ли, я преподаватель. Преподаю в университете. Доцент. Так, прекрасно. Спасибо. И по роду своей деятельности я нахожусь в контакте с молодыми девушками. Ну и так случается, что они, ну, увлекаются мною. Ну, тем более, что ваша внешность проблему усугубляет. Да. Классическая ситуация. Я бы сказал, щекотливая. Вот и сейчас Полина набросилась на меня с этими поцелуями. И все это сфотографировала ее подруга. Девица без рефлексий. Дальше. А дальше? Ну, дальше вот я. Я у вас. Ой, извините. Скажите, вы можете конкретно сформулировать, в чем ваша проблема? Ну, я вроде все сказал. Я так понимаю, это теперь наша с вами проблема. Наша? Минуточку. Нет, я понимаю, что психологически проще поделиться трудностями, и они сразу как бы утрачивают первоначальный вес. Да. Но давайте вернемся к главному. Да, давайте. Ну, что мне делать с Полиной? Ну, я думаю, что надо поставить вопрос о ее пребывании на вашем курсе. То есть вы? Вы хотите, чтобы я, ну, чтобы она оставила занятия у меня? Ну, и, конечно, надо сообщить вышестоящему начальству. Ну, раз вы считаете, а вам не кажется, что это как-то, ну, не по-мужски, ну, некорректно? Ну, это поможет решить проблему. Да? Слушайте, вы такая решительная, знающая, волевая. Я даже вот не ожидал встретить в лице матери. Перенос. В смысле? В смысле, не надо на меня переносить все свои проекции, детские страхи. Ага. Не надо. Не понял. Вернемся к главному. Да. Вам надо быть решительным в вопросе с влюбленной девушкой. Ведь только взяв инициативу в свои руки, вы становитесь настоящим мужчиной. Извините, вы не подскажете, какие цветы лучше подарить женщине, гордой, независимой и волевой? Розы. Конечно, розы. Давайте. Скажи мне, а это что? Ты утятница. Я ее из Минска привезла в период тотального дефицита. Дай мне. Ладно, забирай. Как тебе известно, мы не едим животные белки. Ага, и не думай, что другой мужчина будет терпеть вот эти все твои выкрутасы. И вот эти указания постоянные, кому что нужно делать. Это профессиональная деформация, моя дорогая. То есть тебе кажется, что вообще во всем виновата я? Конечно. Его чашка. Его любимая чашка. Господи, только не реви. Да я не собиралась. Ну, просто мне, если честно, мне его не хватает. Дом кажется пустым. Спасибо тебе большое. От меня и от Полины. Смотри, соседка принесла, говорит, лежал возле моей квартиры. Записка.
Спасибо вам. Вы удивительная. Дмитрий. Не поняла? У меня нет знакомого Дмитрия. А у тебя? Не знаю, наверное, тоже нет. Может, это Полине? Конечно. Полина, у тебя есть знакомый по имени Дмитрий? Есть. Ну вот и не нужна никакая осада. Решительно, смело, без обиняков. Ну вот, смотри, это он. Ты бы еще видела, какой он мне букет подарил. Тебя ждет. Свидание назначить хочет. Короче, поцелуй подействовал. Так, ну все, я пошла. Полина. Да, здравствуйте. Здравствуйте, мне надо с вами поговорить. Да. Серьезно поговорить. Да, серьезно. В общем, я решительно заявляю, продолжения больше не будет. Вы должны перевестись на другой факультет. Лекции вам будет читать мой коллега, профессор Семенович. Если вы не переведетесь, я буду вынужден сообщить вышестоящему начальству. Как бы неприятно мне это не было. Спокойно, спокойно. Как, подождите, но... Постойте, вы же вчера... И потом эти цветы. Какие цветы? Не переводите тему разговора. Или вы переводитесь на факультет культурологии к профессору Семеновичу, или... Я не хочу к Семеновичу, я же искусствовед. Послушайте, Полина. Да все. Полина, мне надо быть решительным. Или я буду вынужден пойти на крайние меры. В общем, я вас жду в деканате с заявлением. Да, с заявлением. Господи. Ну что, подруга, куда он тебя пригласил? В деканат заявление писать. Обалдеть! Погоди, в какой деканат? Что такое? У тебя что, прием сегодня отменился? Почему? Просто будет позже. Ну, ты подумала о том, о чем мы вчера с тобой говорили? Если не можешь вернуть этого, ищи другого. Ты подумала об этом? Мама, мне никто не нужен. Это иллюзия. Это вечная женская ошибка. Одна проживу. Поверь мне, я-то знаю, ничего хорошего в этом нет. Алло? Да, здравствуйте. Нет, извините, я не смогу сегодня вас принять. Ну, послушайте, я не обязана перед вами отчитываться. Да, и еще я хотела вам сказать, вам непременно нужно научиться справляться самому. Потому что иначе моя психотерапия, ну, просто бессмысленна. Да. Хорошо, всего доброго. До свидания. Неожиданно. Ты отказала пациенту. Придайте мне позу крайнего изумления. Фантастика. Ну ладно, значит, есть возможность продолжить дискуссию. Держи. Вот, узнаешь, это твоя старая записная книжка. Полистай, пару телефонов ты там точно найдешь. Мама, все мои малочисленные ухажеры уже давным-давно женаты. Боже мой, какая проблема! Они разведутся. И старая любовь, как тебе известно. Знаешь, это очень недальновидно было с твоей стороны выбрать самого скромного парня в компании. Николай был красивым, играл на гитаре и был подающим надежды инженером. Ну, значит, это ты за 20 лет сделала его таким бесперспективным, серым, как валенок, и без всяких надежд. И на гитаре он уже давно не играет. Чего тут удивляться-то? Я сейчас думаю, где бы нам лучше поговорить с ним по душам. Потому что вчера, конечно, это все было так скомканно и вообще не к месту. Это неудивительно. Ты же привыкла разговаривать в атмосфере беседы с пациентами. Но сегодня, я уверена, разговор будет совершенно другим. Павлючек, кто такой? Почему не помню?
Опаздывайте. Хотите, я вас подвезу. А, здрасте. Вы ко мне? Я без звонка не принимаю. И да я знаю, я вам только что звонил, а вы сказали, что... А, ну да. Знаете, давайте так. Вы мне по дороге расскажете, ага, что там у вас. Ага. Мы во всем разобрались благодаря вам. Теперь Полина будет слушать курс профессора Семеновича вместо моего. Я так волновался, но вы вселили в меня такую уверенность. Если честно, рядом с вами я чувствую себя совершенно другим человеком. Это моя профессия. Я помогаю людям обрести себя, решить проблемы в отношениях, разобраться в собственной личности. Вы удивительны. Я понимаю, что ситуация такая неоднозначная, но я бы хотел, я бы очень хотел пригласить вас в ресторан, ну, например. Нет, это невозможно. Почему? А, Полина. Да нет, ну, при чем тут Полина? Вы мой клиент. Кто? Вступать в отношения с клиентом неэтично, с моей стороны. Кстати, вы не заплатили мне за прошлый визит, что неэтично с вашей стороны. Я сразу не понял. Ну что я для вас? Ну что, извините, в общем, я исправлю свою оплошность. Прекрасно, Дмитрий Игоревич. Ого! Стервозные тоже плачут, вот не ожидал. Лучше отстань. А еще говорят, горе меняет человека. Лирическую? Иди куда шел. Ладно, понял, отвалил. Что, неужели все так плохо? Он меня не любит и никогда не полюбит. Он меня дурой назвал. Серьезно? А ты знаешь, скольких дур любят? Притом безумно. Ты что, серьезно? Серьезно. Дура, он сказал тебе, и ты рыдаешь. Вот теперь. Ты рыдаешь, не понимаешь, что все будет хорошо, 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 хорошо. Эх, ладно, разжалобила ты меня, так уж и быть, угощу тебя пирожным. Какое будешь? Эклер. Эклер? Я почему-то так и думал. Ладно, держи гитару, 5 минут, сейчас вернусь. Ничего. Ничего, что я на ты? Ничего. Все нормально. У тебя не найдется имбиря? А я как раз чай делаю. Сделать тебе? Да. С лимоном? Да. И с имбирем? Да. И с медом? Да. Специально пришла сегодня пораньше. Хотела тебя увидеть. Вот, видела.
мой спаситель. Вкусно? Да. Мадам, а? Мне кажется, вы ошиблись дверью. Здесь кухня. Туалет там, при входе. Благодарю, я воздержусь. Я всегда мечтала встретить человека хоть немного, хоть чуть-чуть похожего на вас. Это... Так, это еще что такое? А что? Вы что, сумасшедшие? Когда ваш выход? Но вы же в прошлый раз сказали. Что я сказал? Что я сказал? Уйдите и дверь закройте, пожалуйста. Я стукнул. Ну, в смысле, когда выходите. Продолжайте. Да. Я всю жизнь мечтала встретить человека хоть чуть-чуть, хоть немного похожего на вас. Да, я уважаю ваши чувства, но я женат. Я женат давно и безнадежно. Послушайте, какой все-таки несовременный текст. Ну, кого сейчас можно испугать штампом в паспорте? Милочка моя, у нас на сцене советская эпоха. Не отвлекайте. А, я не знала. Продолжайте, пожалуйста. Невозможно. Невозможно продолжать. Чего вы все время выходите из состояния? Но вы же профессиональная актриса. Вам не привыкать играть в трудных условиях. Что вы все время ноете? Прочь. Прочь, свеча ничтожная. Что жизнь? Всего лишь тень. Артист, что жалко тужится на сцене, чтобы затем навек с нее исчезнуть. Рассказ безумца, полный ярости и силы, но полностью лишенный капли смысла. Браво, леди Макбет. Браво! 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 Профессиональный артист может не только репетировать, но и играть в любых условиях, деточка. У меня перерыв. Понимаете, раньше меня муж ужасно ревновал. Ну, я вообще пользовалась успехом у мужчин. Ему это не нравилось? Нравилось еще как. Прямо заводило очень. Он пойдет к очередному ухажеру, морду ему расквасит, и потом нас целую неделю полное взаимопонимание. Он же боксер. Вышел из формы? Что? Ну, поправился, перестал тренироваться. Может быть, он боится проиграть по очкам. Что? Вы так сложно говорите, я не понимаю. А, хорошо. Я сказала, что, возможно, ваш муж просто не в состоянии пережить поражение от более сильного противника. И поэтому не вступает в схватку. Да. Ну, и что вы посоветуете? Что делать? Я думаю, надо проверить эту версию. А как? Как? Поищите себе поклонника явно более слабого, чем ваш муж. И пригласите его, допустим, в ресторан. И на виду вашего мужа оказывайте ему явные знаки внимания. Так, одну минуту. Ну да. Да, подождите меня, я сейчас... Но... Вы пока посидите и подумайте, что я вам сказала. Хорошо? Здравствуйте. Здрасте. О, Павел Михайлович, приветствую Алло? Вас. Дмитрий Игоревич? Здравствуйте, это Милена. Я так рад, что вы мне позвонили.
Я тоже. Послушайте, а вы уверены, что больше не нуждаетесь в моей помощи? В каком смысле? А, как психолога. Да-да-да, я понял. Прости. Я думаю, я справлюсь. Хорошо. Вы знаете, простите мне мою минутную слабость. Встречаемся сегодня вечером. И я выбираю ресторан. Хорошо. Это Ноев ковчег какой-то, а не народный театр. Куда вы, Нора Павловна? Репетиция-то еще не закончилась. У меня голова разболелась. Вы чем-то расстроены? Да. Своим очередным заблуждением. Господи, ну нельзя же в мои годы быть такой идиот. Наивный. Скорее, доверчивый, непосредственный. Женщину-то очень украшает. Вы так считаете? Я так считаю. Красивая и уверенная, жизнерадостная и свободная. Не верю. Ой, Поль, что-то так поздно. Спасибо, что заметила. Не пытайся меня задеть. Да я и не пытаюсь, я же знаю, что это бессмысленно. У тебя же годы тренировок. Мама? А? Я перевелась на другой курс. Как? Вот так. Теперь я буду слушать лекции профессора Семеновича. Семеновича? Что-то какая-то знакомая чем фамилия. А что случилось? Да это все доцент. Он меня достал. Это он потребовал, чтобы я перевелась с его курса. А что это еще за доцент? Какое он право имеет вообще от тебя что-то требовать? Кто он вообще такой? Слушай, мама, я сама разберусь. Нет, это я разберусь. Это я разберусь с твоим доцентом. У тебя, между прочим, очень приличная зачетка. И почему ты должна на предпоследнем курсе менять тему диплома? Ладно, проехали. Да нет, не проехали. Потом вы все говорите, что я глухая, что я эгоистка, что мне вообще нету ни до кого дела, что меня совершенно не интересуют ваши проблемы. Так вот, я докажу вам, что это не так. Слушай, а что ты так завелась? Ты что, из-за папы, что ли? Папы? А при чем тут твой папа? Где он вообще, этот твой папа? Омлеты жарит, розочкой картошку нарезает. В ресторане с идиотским названием «Блаж». В ресторане? Так, все хорошо. Я спокойна. Вдох. Выдох. Все. Так, я опаздываю. У меня же встреча. Мы с тобой потом поговорим, ладно? Попозже, когда я вернусь. Ладно. Да, и даром ему это не пройдет. Я имею в виду твоего доцента. Хорошо. Несколько обновленное меню, расширенное. Да? А что так? Новый шеф-повар. Очень талантливый. Прекрасно. Ну, тогда записывайте. Значит, я буду салат из спаржи, сельдерея и брокколи, морковное рагу без соли,
можно с кардамоном. И ореховый паштет. Все. Пусть ваш прекрасный новый шеф-повар все мне это приготовит по спецзаказам. Ну, а мне салатик с курицей и горячий. А что именно? Свинину. Вино? Вино? Нет. Только воду. Без газа и комнатной температуры. Ну, тогда мне газировочки. Знаете, все, что вы сейчас заказали, крайне не полезно. Угу. Нет, ну я, конечно, понимаю, что вы еще достаточно молоды, но вам все-таки надо начинать следить за своим здоровьем. И не только психически. Морковное рагу без соли, с кардамоном, ореховый паштет, салат из спаржи, сельдереем и брокколи. Спецзаказ от дамочки одной. Прям меню моей жены, бывшей. Сделаем. Я думал, она одна такая. Официант. Да. Подойдите сюда, пожалуйста. Скажите, вы передавали мою просьбу приготовить это блюдо без соли, только с кардамоном? Угу. Ну тогда пригласите, пожалуйста, вашего шеф-повара сюда. Я с ним сама поговорю. Да-да, сейчас. И они мне воду без газа принесли. А я газированную просил. Добрый вечер. Добрый вечер. Ой, добрый. Вы знаете, несмотря на то, что вы здесь недавно работаете, все-таки я просила приготовить это блюдо без соли. Там почти нет соли. Ну, давайте это я буду решать, есть там соль или нет ее. Приготовьте мне другое рагу. Конечно, конечно. А вашего спутника все устраивает? Ну? Ну как? Что? Сказать. Ну что вы мямлите? Нет, моего спутника не все здесь у вас устраивает. А вы мне сейчас его ощущения будете описывать, да? Угу. А это не ваше дело. Папа? Дмитрий Игоревич? Мама?